Заканчиваешь в этом году 9 или 12 класс, тебя беспокоит вопрос, куда дальше идти учиться, чтобы полученный диплом был ценен на рынке труда и перед тобой были открыты возможности успешной карьеры в Латвии? Осмелиться, сделать первый шаг и прийти. Мы пытаемся показать все прелести профессии, мы пытаемся раскрыть мир, который увидит перед собой каждый студент. Расскажем об этом подробно в эту субботу в 10:15 в передаче «Образование – залог успеха».